Изменения и дополнения внесены в правила присуждения международной стипендии «Булашак». Главным можно назвать продление сроков приема документов от претендентов до 16 октября. Об этом сегодня на брифинге ВСК сообщил вице-президент Центра Мейиржан Алпысбай. По его информации, на сегодняшний день уже приняты заявки от порядка 300 претендентов на стипендию. Среди них есть и госслужащие, и учителя, и работники инженерно-технических отраслей. Главными критериями, по которым отбираются стипендианты по программе «Булашак», является обязательное знание иностранных языков. Также претенденты должны пройти комплексное тестирование и собеседование с членами независимой экспертной комиссии. Мы не можем ограничивать никого по каким-либо должностным положениям. Мы не вправе не принимать документы, что запрещает нам соответствующие нормы Конституции Республики Казахстан, запрещающие дискриминировать кого-либо по должностным положениям. Отметим, что на определенные льготы по стипендии «Булашак» могут претендовать госслужащие, учителя и работники инженерно-технических отраслей. Для этих категорий лиц международная система оценки знаний английского языка IELTS может быть на входе ниже 5 баллов, в то время как для остальных претендентов на стипендию IELTS должен быть не менее 5,5 баллов.